среди множества экспозиций выставки «Регионы сотрудничества без границ» несложно затеряться. Но мимо презентации «Таван радио» пройти было трудно. Песни, звучащие на волне 103 FM, можно было услышать в живом исполнении. Певица Эрнес, победитель музыкального конкурса национального телевидения «Ротация» Константин Рязанов, группа «Вочи» делились с посетителями выставки своей нескончаемой энергией. А ведущая программы «Деловой обед» на Таван радио Анастасия Алексеева и актер театра юного зрителя Дмитрий Петров разыграли памятные призы. Чтобы получить подарок, нужно было всего лишь правильно ответить на вопросы о нашей республике и Таван радио. Обещает Таван радио 103.0. Ой, неправильно. Нет, я